С кем именно? Не знаю, а что? Что носишь, что ли, смотришь? Я не знаю. Подвесить? Да, видно. Гондор не могу. Я тебе ничего, я показал. Николаевский. 40 не видел. 40 не видел. Сказал, блин. Не отпускай. Она была у Сереги серебряного. А он ее взял иголочкой. Так ты лицо банул все поля, полировал. Ну ее купили уже. Хорошо. Ну блин, у меня 13 тысяч. Это по-моему не считаю. Оригинал, блядь. Затертый. 2200 стоит. У него вот здесь вот была, блядь, припаяна пуговица. Блядь, если пуговица была припаяна, припой. Вот так лучше, блядь, чем нахуй. Вообще, блядь, пуговица. А? Починил? Ну да, ух, нарисовал. Да, здорово. Роу подрегулировал вроде бы, пошел, лег вроде. Оно покупало. Заказал за 3 часа. За 3 часа. 4 раза ходил. Ну и что? Что там? Кого? Ну вот они еще помимо этого.
Чего кого спрашивать? Чего у меня можно спрашивать? Пошел ключи, притащил большие. Саша в кладовке, они там как раз убивают. На что? Какой кладовки? Да, первое, Я два баллона длинных вытащил. Один сначала вытащил, просто головка одевается такая. И туда надо. А сегодня остановились, короче. Где Гагарин? Где герой? Яриков закрутили, блядь.